Многотонные истребители с невероятной легкостью уходят в погони друг за другом. Гордость российских военно-воздушных сил. Самолеты МиГ-29 под управлением асов из пилотажной группы «Стрижи» взрывают краснодарское небо. Когда пилоты с предельными перегрузками уходят на вираж, у зрителей будто дыхание перехватывает. На скорости 600 км в час истребители идут на боевой разворот. Снижение и «Стрижи» клином из 6 мигов пролетают над землей так, будто их рукой можно достать. Летчики – это вообще люди от Бога, считаю так. Я не могу спокойно смотреть, у меня слеза накатывается. Такую красоту зрелище увидеть. Такое. Я, кстати, первый раз такое вижу, чтобы реально близко. Очень здорово. Прежде всего, чувство патриотизма, вот, гордость за нашу родину, вот, за наше будущее поколение и за нашу безопасность. Так, своими воздушными трюками в Краснодарском авиаучилище «Стрижи» поздравили горожан с Днем защитника Отечества. И несмотря на ветер, порой сбивающий с ног, люди не покидали аэродром, пока истребители не исполнили свой последний маневр. Тех, кто стоит на страже Родины, пришел поздравить и губернатор края Вениамин Кондратьев. Мы не раз говорим о нашей традиции, истории, о преемственности поколений и воспитываем наших детей на примере героев из прошлого. Но наше время рождает сегодняшних героев, нынешних героев, многие из которых сегодня здесь, на этой площади. Я хочу всех вас поздравить с Днем защитника Отечества. Один из героев нашего времени – Рафигат Хабибуллин, командир Кореновской авиабазы. Он погиб с другим членом экипажа, лейтенантом Евгением Долгиным, когда в Сирии террористы сбили вертолет, в котором находились российские военные. Сегодня в Краснодаре вдове Рафигата Хабибуллина вручили орден Сирийской Арабской Республики за преданность первой степени. Подобные люди – гордость России. Именно они становятся примером для молодых военных, которые готовы постоять за Отечество. В настоящее время в Краснодаре выполняют полеты 600 курсантов. В следующем году их будет еще больше. Нам нужны летчики, нам нужны люди, которые защитят свою родину. А искусные полеты на авиашоу у российских истребителей – напоминание недоброжелателям, что красота может быть страшной силой. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.